Как правильно говорить, лавровый или лавровый? По-моему, лавровый. Лавровый, наверное. Лавровый. Лавровый. Мне кажется, лавровый. Я думаю, лавровый. 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 Я думаю, лавровый. Как правильно говорить, лавровый или лавровый? Словари трактуют нам, что есть два варианта постановки ударения в словах лавровый и лавровый. Но свободного выбора при этом у нас с вами нет. Все дело в значении. Если слово употребляется как дерево, лавр, тогда ударение ставится на первый слог – лавровый. Лавровый куст, лавровое дерево, семейство лавровых. Если же мы употребляем слово как символ победы, например, то ударение ставится на второй слог. Лавровый венок на голове, награждать лавровой ветвью. Если же также мы употребляем слово лавровые значения высушенного листа, то также мы говорим лавровый лист. Итак, подведу итог. Лавровый в значении ботаническом, все остальные значения лавровый.